Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе. И прямо сегодня мы узнаем, на что же готовы школьники ради тычков. Да-да-да, я набрал 4 школьников. Я им буду давать различные задания, за которые они будут получать баллы. И кто будет в итоге больше всего баллов, тот и получит тычки. Ну что же, ребята, пристегнитесь, поехали! Ну а что получить совершенно бесплатно Gold Pass? Тебе надо прямо сейчас поставить лайк, подписаться на мой канал, написать любой хороший комментарий и самое главное, посмотреть все видео от начала до конца без перемоток. Буду проверять. Всем желаю удачи. Привет, рад, что ты зашел. Пойдем, все тебе расскажу. У нас тут самый крупный проект в сфере GTA, где играют сотни блогеров и тысячи людей. Здесь ты сможешь поиграть не только с компьютера, но и на самом слабом телефоне. Начать игру никогда не было так просто. Ты просто скачиваешь лаунчер, и ты уже в игре. Ты можешь выбрать любой путь, который тебе понравился. Становись полицейским, таксистом, фермером или опасным парнем. Все зависит только от тебя. Общайся с остальными игроками через голосовой чат для полного погружения в игру. Зарабатывай на крутые тачки, покупай скины знаменитостей, зови друзей и объединяйтесь в сообщество, которое будет держать в страхе весь город. Ну как, неплохо, да? А теперь смотри сюда. Не любишь физический труд? Окей. Аризона предлагает тебе обширную экономическую систему. Поднимайся с нуля на перепродажах. Купи что-то самое простое и продавай подороже, поднимаясь выше и выше. Твой успех оценят все. Чего же ты ждешь? Бросай все и регистрируйся на Arizona RP. Их будет ждать 5 очень коварных заданий. И победитель будет только один. Пусть победит сильнейший. Ну что же, ребята, прямо сейчас видите наших 4 претендентов. Ну что, ребята, тычки хотите или нет? Тычки хотите? Я не слышу. Покин. Я не слышу. Yes. Гони тычки. Так, ну что же, Даня, представься, кто ты такой и почему ты должен победить? Ну, всем привет, меня зовут Данил, мне 13 лет, как бы я занимаюсь спортом, люблю собак и люблю покушать. Хорош, брат, ну прям как и я, только мне, брат, 12 лет. Так, Руслан, брат, представься. Всем привет, меня зовут Руслан, я люблю географию и я тракторист. Хорош, Русланчик. Брат, а сколько тебе лет? Сколько лет ты стал трактористом? 14. 14. Ну что, Максимка, поздоровайся. Здорово, я Максим. Я химик, биолог, антибиотик. У меня есть юзбинезис. Да ну! Братан, ядрить килотить, это твой? Да. Ля, откуда у тебя? Так, ну что, теперь принесешь... Ого, смотри, секретная анимация, пацаны. Удивлены? Офигеть. Знаете, что это означает? Разработчик. Это означает, что я разработчик. Ну что, Чижик, представься. Привет, меня зовут Чижик. Почему Чижик, вы спросите? А потому что мне дали эту кликуху в тюряге. Почему же я туда попал? Я вырубил с локтя училку, потому что она мне запрещала играть в стендов. Брат, ну по факту! Я бы этих училок! На-на-на-на-на! А, ютуб, если что, это все шутка. Так, ну что же, уважаемые, кто из вас хочет тычки? Шаг вперед! Я. Шаг вперед! Кто хочет тычки? Все хотят, все хотят. Даня не хочет. Шаг. Даня тычки не хочет. Так, ну что, ребята, я прямо сегодня кому-то из вас дам тычки. Я вам дам 5 заданий. И у кого будет больше всего баллов, тот получает очки. Вам все понятно? Да. Все понятно. Да. Короче, ребята, первое задание будет таким. Прямо сейчас я вас всех мочу. После этого вы появляетесь на своей базе и вам запрещено двигаться. Просто ждите. Я прямо сейчас запрячу хаешку. И кто первый найдет хаешку, тот получает первый балл. Но пока что, ребята, надо стоять на базе. Так, Чижик. Ты должен быть ответственным за то, чтобы никто не убегал. Так, ну что же, ребята, ровно в 9 минут я запрячу где-то хаешку. Я не знаю где, но вам надо ее найти. И кто первый найдет эту хаешку, тот получает первый балл. Блин, я не знаю, где бы ее запрятать. Ой, ля. Вот это нычка. Я отвечаю, вот это нычка. Только, ребята, одно важное условие. Свои хаешки покупать нельзя, а то я вас знаю. Так, ну что же, ну в принципе можете уже идти искать. Все, ребят, я запрятал. Бегом, побежали, бегом, бегом, бегом. Кто первый найдет хаешку? Так, кто бежит? Чижик, Чижик, бежит искать. Дорогой ты наш, беги, беги, беги. Ой, так, склада. Давайте, ребята. В
поисках клада. Слушай, такой вопросик, а вы все на Б побежали или что? О, пацаны, а я бомбочку нашел. Так, кто же нашел? Где кто? Ребят, кто где? Данька, ты где? Рассказывай. Я пока что обхаживаю длину и захожу на плента, пока что ищу хаешку. Офигеть. Я нашел. Серьезно? Она в конце плента А. Где? А ну покажи. Она в конце плента А была. А ну покажи. Вот она. Она в конце плента А была, вот тут. Подожди, и ты первый нашел, Данька? Брат, это не моя хаешка. Нет, она тут и была. Брат, не понял, это твоя хаешка. Ты думаешь, что я такой нуб или мой? Ты думаешь, что перхоти можно развести? Не надо. Ладно, брат. Данька, у нас получает 1 балл. Максим, не обидно то, что Даня выиграл? Очень обидно. Не обидно. А до скольки мы баллов играем? Брат, до миллиона. Так, все в дом. Смотрите, у меня есть USP генезис почти. Смотрите. Ваша задача, как можно дальше его бросить. При этом, подвинься! Руслан, брат! Даня, подвинься! Вы что, прикалываете, чем вы приносите становитесь? Смотрите, ваша задача, оп, и прыжки бросить. И бросить надо как можно дальше. Кто бросает дальше всего, тот получает еще 1 балл. У меня есть USP генезис, ребята. Давайте. Ага, Максим уже тренируется. Максим, стой. Вот, я тебе бросаю USP. Я закину. Давай. Ну что, Максим, ты у нас первый. Давай. Бросай. Опа. Далеко. Сюда. Так, дальше. Следующий у нас. Максим, стой. Вот кто это бросил, там и стой. Следующий у нас бросает Русланчик. Руслан, брат, ну я тебе желаю удачи. Забегай сам вверх, делай максимальный разгон и бросай. Давай. Опа! Ты что, прикалываешься? А что ты не бросил? Первый раз было тренировочный. Давайте, оп. Руслан! И... Ой, Руслан, давай просто становись. Поближе. Давай, становись, Русланчик, становись. Выбрасывай дальше, Чижику. Чижик, брат, ты следующий участник, мы на тебя надеемся. Давай, родной, соберись и бросай как можно дальше. Куда же бросить Чижик? Вот чему бросим. Большие яйки. Опа! Ой, дальше. Подожди, а что Максим? Максим подобрал. 5 minutes later. Так, ну что, Чижик, у нас вышли небольшие технические шоколадки. Давай, родной, давай, мы в тебе верим. Собрался, метро люблю, но работаем и... Не может быть! У кого большие яйки? Брат, давай. Подальше на миллиметр. Чижик, становись. Все, становись. Давай стрельнем, отметим. Так, теперь я. Делаем выстрел. Так, брат, теперь ты. Данька, брат, теперь ты. Данечек, брат, если ты еще бросишь дальше всех, у тебя будет 2 очко, брат. Знаешь, есть такая пословица, 1 очко хорошо, 2 лучше. Так, ну что, ребята, вот он, бежит, наш победитель, наш фаворит, бежит. Не добежал. Давай, брат, опа! Чижик у нас зарабатывает 1 балл. Вам интересно, какое же будет третье задание, да? А ну быстро все в дом. А мой к бабусе. Быстро все в дом. Так, ребята, ну покажите ваши ножички. Смотрите, суть задания такова. Ваша задача найти меня и просто замочить! Время пошло! Погнали, Петроли, блин, работаем! Да, с ножа, то мало ли сейчас уже с пистолетом начнут. Ну что, пацаны, давайте, кто? А кто с пистолета запрещал? Я запрещал! Давай! Ой, Лё, вы уже рядышком, пацаны, ничего себе вы опасны! Ай-яй-яй, Ля, я слышу, кто-то топает. Отвечаю! Отстань! Кто это? Уйди! Русланчик! Русланчик! Ну что же, ребята, смотрим турнирную таблицу. У Чижика 1 балл. У Максима 1 балл. У Руслана 1 балл. И у Дани 1 балл. А, нет, стоп, у Максима 0 баллов. Я извиняюсь, я перепутал, малёк. Ну что, ребята, следующее задание будет очень интересное. Очень интересное! Все стали в ряд! В ряд все стали. Ну что, ребята, прямо сейчас в ряд, быстро стали, в ряд. Руслан, первый. Равняйсь. Смирно! Ваша задача прямо сейчас составить стишок про меня. И чей стишок мне понравится больше всего, тот получает еще 1 балл. Первый у нас будет Максим. Максим, я тебе даю 5 секунд на подготовку. Брат, 5. Сейчас. 4. 3. 2. 1. Стишок ты должен сам придумать. Ну что, Максим, погнал стишочек, давай, брат. Интуха, ты реально мой брат. У тебя есть офигенный колпак. На тебе есть офигенные наушники.
Я тебе насрал под подушку Е. Ха-ха! Пойдет, брат, Е! Слушай, ну не пора никак, Чижик, брат, ну давай ты, завози, МС Чижик. Кента ПК, вижу, я у тебя богатые скины, поэтому я бомж, дай скины мне, пожалуйста. Ну, я могу сделать все, что угодно, отдать натурой. Нормально, брат, нормально. Русланчик, брат, давай, давай. Руслан, самый проблемный у нас, давай, Руслан, стишок. Кента ПК, дай голды. Руслан, а у тебя все? Кента ПК, дай голды? А я кентуха, колотите в ухо, играю в стик, так и мы имеется в МТХ, и, конечно, у меня есть голда. Ну из всех вас мне понравился больше всех Максим, шаг вперед, дорогой. Плюс балл. Все, ребята, теперь у каждого из вас по одному баллу. Смотрите, суть задания такова. Вам надо нарисовать тычки. Так, Дань, ты тучи львей стань. У кого будут более красивые тычки, тот получает плюс один балл. У вас есть времени ровно одна минута. Максим, ты рисуешь справа, Чижик рисует слева. Раз, два, три, время пошло. Все, ребят, поехали. Максим, рисуем тычки, да, ребят. Да, да, тычки, тут. Тычки, тычки, рисуем, ребят. У кого же будет... А, стоп. Я ничего не вижу, пацаны. Стоп! Стоп, я ничего не вижу. Я тоже. 5 minutes later. Сейчас будет очень интересное задание. Но оно будет немножко кровожадное. Суть такова, что вы не имеете права выходить за эту линию. Видите? Я сейчас буду рандомно стрелять с USP. И ваша задача просто выжить. Так, Максим, ну слезай, ты чё, куда ты? Нельзя перелезать. Ваша задача, вот, можно бегать вот тут, где угодно. То есть ваша задача просто выжить. Я буду рандомно стрелять, и в итоге последний, кто выживет, тот, ребята, у нас получает балл. Ну что же, время пошло, ребята, начинаем. Так, я не смотрю. Опа, первая пуля! Промахнулся, вот это вам повезло. Вторая пуля! Опять промахнулся. Ладно, третья пуля уже точно не промахнулся. Третья пуля! Да блин! Четвертое! Пятое! Да вы что, прикалываетесь, я все бомбу всадил. Ну что, ребят, поехали. Ой-ой-ой, кто-то галуку споймал. Оп! Чижику по жопке дали. Опа! Ой-ой-ой, ребята! Ой, кто-то маслины споймал. Ребят, быстрее! Вы можете чуть ближе подойти, чуть дальше. Руслан! Руслан пал, как герой. Идемте дальше. Оп! Оп! Ой-ой-ой! Ну! 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 Минус Даня, у нас осталось два фаворита, это Максим и Чижик. Я не знаю, сколько у них ХП, но я скажу только одно, пусть побеждает сильнейший. Я даже закрою глаза, чтобы все было по-честному. Я просто стреляю рандомно. Оу, Чижик, брат, поздравляю! Чижик, брат, плюс балл. Обнял, приподнял, что ты скажешь, все оправдание. У Чижика 2 балла, у Максима 1 балл, у Руслана 1 балл и у Дани 1 балл. Но, ребята, это не конец. Сейчас у нас есть 3 человека, которые по одному баллу. И мы среди них выберем одного финалиста. И в финале у нас будет мега битва за тычки. Руслан, финал хочешь? Хочу. Почему? Хочу. Брат, почему ты хочешь? Бо я тракторист. Тракторист, понял. Бо я тракторист. Понял. Даня, ты финал хочешь? Да, я очень хочу. Я обязан туда попасть, но я буду рад, даже если я не выиграю, потому что я пообщался с тобой и просто поиграл. Ой, с тобой. Брат, я этому ну, очень неплохо. Рад. Спасибо. Ну что, ребята, прямо сейчас среди вас мы найдем одного победить. Сейчас будет очень интересное задание. Оно называется прятки. Вы прямо сейчас просто берете и начинаете прятаться. И кого я нахожу последним, тот под финал. Раз, два, три, время пошло. Все, я стою тут, ребята. У вас есть времени ровно 20 секунд. Максимально быстро убегайте, как можно дальше. Прячьтесь в любую конуру. В ребра не советую прятаться, потому что я буду их в первую очередь проверять. Прячьтесь. Так, Чижик, брат, ты стой возле меня, потому что ты в прятках не участвуешь. Чижик, ясно? Ладно. 5 minutes later. Ну что же, ребята, уже прошло даже больше времени, и я пошел искать. И смотрите, одно очень важное условие. Вам убегать нельзя. То есть там, где вы запрятались, вот прямо сейчас, там вы должны сидеть. А кто не спрятался? Я не виноват. Ну что же, леди и джентльмены, дамы и господа, чекаем ребра. Кто же у нас в ребрах, а в ребрах никого. Идемте дальше в домик. Кто же у нас в домике? А в доме никого нету. Дань, может ты в доме, не? А на респе никого нету. Ай-яй-яй-яй-яй. И кого-то мы нашли. Даня, Даня. Находился на мусорке, но, увы, Даньке не повезло. Так, ну что же, ребята, мы идем дальше. Поднимаемся в апарт. Ой, Русланчик. До свидания, Руслан. Ну, брат, ну убегать нельзя. К сожалению, ребята, Руслан у нас финал не проходит. И наш финалист это Максим. Максим, ты где? Поздравляем. Максим, пару слов потомкам. Я легендарный боец. И получается, у нас есть два финалиста. Чижик и Максим.
Какое же будет задание? Как думаете, ребят? Чижик, а ну что задание? Перегонки. О, откуда вы узнали? А, я же говорил раньше. Ха-ха! Так, ну ладно. Так, а ну в упор к стеночке стали, уважаемые! Куда же нам надо бежать? Вы, ребята, смотрите, вы, ребят, забегаете в дом. Вот прям сейчас бежите, 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 бежите. Забегаете в дом. Вот так бежите, бежите, бежите. И потом с него выпрыгиваете через второй этаж. И вот именно, когда вы выпрыгнете, можно сказать, что вы уже прошли и первые добежали. Вам ясно? То есть да. Ваша задача все, все обижать, обижать, обижать. Добежать в дом, выпрыгнуть с него, и как только вы приземляетесь на землю, вы первый прибежали. Ну, или второй, в зависимости от того, как вы добежите. Ну что, ребята, вы готовы? Так смотри, через мид бежать нельзя. Через мид бежать нельзя. То есть вы должны просто бежать как хотите, только не через мид. На счет три, как я сделаю третий выстрел, вы должны бежать. Именно третий выстрел. А что это вы не прижались к стенке? Прижмите к стеночке. К стенке прижались. Раз. Два. Ой-ой-ой. Три, побежали. Ран, Вася, ран. Бежим, бежим, бежим. Ребята, Чижик бежит, фаворит. Ядрить колодить. Кто же будет чемпионом? Кто же будет сильнейшим? Бежим. Ребята, бежим. Как можно быстрее? Нет, не можем. Это Чижик. Это Чижик. Это Чижик. Брат. О-хо! Мой нож. Хорошо, брат. Я жду пару слов потомкам. Ух, хочу сказать спасибо маме за то, что она меня родила, потому что я получил эти прекрасные ножи. Ну чё, Чижик, брат, у тебя есть выбор 4 тычка. Выбирай твои самые любимые тычки, брат. Давай, не стесняйся. Брат, мои любимые это демоник. Я не знаю, вот больше всего понравились. Ну, брат, ну получается, не стоят 3 костыря. А даже 2700, брат. За 2740 голды выставляю запросик на рыночек, брат. Поздравляю! Ты наш победитель. Прямо сегодня ты оказался сильнейшим. Да. Аху! Поздравляю, Чижик! Получает 2740 голды! Братан, ты лучший! Ребята, поздравьте, пожалуйста, Чижика, потому что он оказался сегодня сильнейшим. Давайте, все по очереди, поздравили. Поздравляю его, поздравляю, я очень за него рад. Ха-ха-ха, что-то как-то не очень положил, он рад. Ну что же, мои уважаемые подписчики, но если вы хотите тоже на халяву получить тычки Acid, ваша задача прямо сейчас подписаться на мой YouTube канал и подписаться на мою телегу, потому что прямо сейчас проходит розыгрыш именно этих тычков в моем телеграм-канале, потому максимально быстро по ссылочке в описании перешли и подписались. Ну что же, ребята, с вами был ваш Кентуха, всем удачи, всем хорошего настроения, всем пока.